несчастный. У нас нет пожертвований от государства. У нас есть только вы. И я прошу вас, ребята, прошу. В Москве живет 20 миллионов человек. 20 миллионов. А в приюте всего 2500 собак. Можете по 100 рублей нам набросать. Я просто прошу вас, ребята, на корм и немножечко на стройматериалы. Нам необходимо трубы, чтобы вывести вот эту грязь. Покажи. Нам необходимо проложить трубы через дорогу. Нам нужно две трубы железных, больших, большим диаметром. Они стоят 50 тысяч, ребята. Чтобы убрать вот это болото с той стороны приюта. Я прошу вас, нам нужна ваша помощь. Ребята, люди дорогие, прошу вас. Жарко, а все равно не сохнет он у нас. Грязь. Валентина Анатольевна сегодня решила поработать физически. Здесь уже бой насыпали, поднимаем немножко, потому что здесь страшные низины, грязище. Дорогие друзья, с вами лохматая душа. Ребят, ну что делать, если мы привыкли все время плакать, плакать, плакать? Плачем, но с улыбкой, ребят, потому что нельзя сдаваться, нельзя подать в отчаяние. Слишком много за нашей спиной тех, кто нуждается в нашей помощи. Ребята, нам бы помочь немного. Я вас очень прошу. Просто чуть-чуть помочь выжить этот год, пока закончатся проблемы у нас в стране. А они скоро закончатся, я в это свято верю. Пожалуйста, ребята, давайте попробуем и что-то вместе сделаем. Вы поймите, пожалуйста, войдите в наше положение. Этот мир, он же не заключается только в нашем доме. Он огромный. И каплю добра, если вы отдадите из своего сердца, это же здорово. Ребят, давайте будем добрыми. Давайте будем помогать друг другу. Давайте поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Спасибо. Вот так, ребята, надо делать все вольеры. Под крыши. Все вольеры до единого. Все. Друзья, нам нужна помощь, чтобы закончить вольеры. Чтобы закрыть крышами все вольеры. Ребята, пожалуйста. Тогда мы защитим один раз животных. И от дождя, и от снега. И я вас очень прошу. И от жары, от солнца. Я всех, друзья, прошу, пожалуйста, помогите нам. Помогите нам каждые два вольера вот так сделать под крышу. Ребята, нам полностью все это надо будет сделать. Обычный рабочий беспорядок, ребята. Но нам очень, очень нужна помощь, чтобы мы могли сделать до конца. Ребята, вот так вот, если сделаем до конца, это же будет замечательно. Вы представляете, насколько хорошо мы защитим животных? Я прошу вас, мои хорошие. Сейчас, конечно, беспорядок еще, но мы все сделаем, уберем. Ребята, пожалуйста, нам очень нужна ваша поддержка. Прошу вас, хочется сделать настоящий хороший приют. Друзья, как бы трудно ни было, мы из ничего пытаемся сделать что-то. Собираем где-то огрызки, кто-то подарил куб доски. Ребят, и именно тогда мы успели сделать вот еще. Видите, из ничего, из кусков, из ржавых, старых, но, по крайней мере, у животных защита какая от дождя, у тех нету. А вот эти два вольера.